Алло. Алло. А вы где стоите? Скажите, пожалуйста, потому что, похоже, я заблудилась. Ну, вы же меня на карте видите. Как мне объяснить? Куда вы заказали? Я туда подъехал. Вы с какой стороны? Ну, вы-то что видите? Какую табличку или что? Ну, блядь, я не знаю, как вас найти, понимаете или нет. А я как вас могу найти? Я же вам говорю. Кусай нахуй тогда. Кусай захуй, дура, ты чё, блядь? Бля, я знаю, где она стоит, нахуй. Сейчас, блядь, ты узнаешь. Не шел? Да. Ну, так то, чтобы он... в машине было тепло, но на меня прям, чтобы не шел. Так он не идет на вас, он на окна направлен. Вот, на вас. Ну, в сторону влево подвинуть эти штучки. А? Ну, вот влево я подвинул, он да, влево хорошо, будет. Спасибо. Ну, у меня просто резиновые сапоги, это все сейчас будет надо на дне лежать, да? Когда ищешь. Что-то он не показывает это радио. Чё? Не показывает это радио, как вы сказали. 90 ровно и 8. А я уж подумала, что оно уже играет. Ну ладно. У вас это комфорт или комфорт плюс? Машина? Да, там вроде бы базовые настройки, релакс теперь. Что идут? Ну, как базовые настройки, они, ну, сами настраивают. Релакс, окон. Кто настраивает? Кто-то. Волшебник на голубом вертолете. Вот это поворот!